Приветствую, друзья, канала Фишинг. Запланировано пару интересных рыбалочек в ближайшем будущем. И именно под эти рыбалки я сделал небольшой заказик в магазине Парк. Ссылочку в описании я даю под видео на магазин. Значит, сейчас я вам быстренько покажу, что заказал. Это будет и флет рыбалка, и карп рыбалка. Сейчас вы все увидите. Чуть меня подкосило, конечно, 2 недели, друзья, летом проболел, зараза, блин. Так что берегите себя, так, погнали. Такие бойлики я еще не брал, это растворимые бойли. Black Hollywood. Вот так вот выглядит. На самом деле бойлы у карпио, ну, офигенно классно скатаны. Ну, видно, что люди заботятся о своем... О своем имени, о качестве, в общем, супер. Упаковка тоже супер. Так, 2 пачки должно было быть. Прикормка. Метод микс, друзья мои. Метод микс Black Hollywood тоже у меня супер сработало на коммерческих водоемах. Именно где зарыбляется, где спортивный. Спортивный способ ловли приветствуется, то есть поймал, отпустил Black Hollywood. Метод микс, это новинка этого года, у меня уже сработало. У них еще есть криль Hollywood, по-моему, то ли просто криль. Ну, в общем, я ее пока, ну, были пару поклевок, пару рыб, ну, так, чтобы супер сработало, я не разловил. Ну, возможно, это еще от погоды зависит. Вот, 2 пачечки я взял. И, друзья мои, есть... Небольшая кучка расходничков, я пересмотрел свой арсенал. У карпио замечательного качества, опять же, расходники. Что говорить, даже пачку приятно в руках держать. Вот я сейчас покажу. Это такой пыльничек. Силиконовая трубочка для монтажей. Flexi Change. 10 и 7 номера. Далее крючковые кольца, эротичное такое название. И еще тоже пыльничек один подлиннее. В общем, вот такая вот, друзья, небольшая посылочка. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Напомню, друзья, что мы вернули бложик благодаря вам, пятничный бложик. И для того, чтобы ваш вопрос попал в пятничный онлайн бложик, пишите ваш комментарий с хэштегом бложик. В описании под видео это будет. Можно просто скопировать и вставить перед комментарием. До встречи на рыбалках, до встречи на канале Афишинг. Пока!